Привет! С вами Зажигалочка. Рига, 10 февраля, 6 часов вечера. В воздухе пахнет весной. С крыш капает, а с тротуаров улиц постепенно исчезают груды зимнего снега. И даже залетевшие с моря в город чайки кричат как-то совсем по-весеннему. А что, если нам прокатиться на лифте гостиницы Radisson Blue или бывшей гостиницы Латвия до 26 этажа и посмотреть на ночной город? Зайдем в бар Skyline, расположенный на самом верху, возьмем чашечку кофе и усядемся поудобнее. Насладимся ночными огнями, светящимися мостами, двигающимися потоками автомашин, спешащих домой рижан, и прекрасными видами ночного города. Город был основан в 1201 году немецкими рыцарями, которые построили его вместе слияния Даугавы, Гауи и некогда протекавшей здесь речушки Рига. Рига – столица и самый крупный город Латвии и Балтии. Длинная и богатая история превратила Ригу в один из богатейших исторических и культурных центров Прибалтики. Это настоящий памятник под открытым небом. От средневековой архитектуры старого города до модерна и современной архитектуры. Город по праву входит в список самых красивых столиц Европы. В 1997 году его исторический центр был внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Сейчас во времена ковида не все могут, а многие и не хотят рисковать своим здоровьем и лишний раз выходить из дому. Поэтому предлагаю прогуляться по ночному городу вместе со мной. Кликните на мою фотографию и подпишитесь на мой канал. Смотрите, отдыхайте, набирайтесь оптимизма и заряжайте свои батарейки. Ваша зажигалочка.